Доброго вечора! Вас вітає телекомпанія «Медіадім». Ми продовжуємо низку прямих ефірів, під час яких ви, наші шановні глядачі, можете поспілкуватися з представниками нашої міської влади, а також з керівниками міських організацій, державних установ. І я хочу представити сьогоднішнього нашого гостя Дмитро Володимирович Кудренко, начальник поліції Славутицького відділу Броварського відділення Національної поліції України в Київській області. Наш телефон 236-21. Отож, якщо ви хочете поставити запитання Дмитру Володимировичу, телефонуйте. Я думаю, що всі відповіді ви отримаєте одразу. Ну, а зараз ми звертаємося до Дмитра Володимировича. Звичайно, ми запросили вас сьогодні для того, щоб поспілкуватися про те, якою ж є криміногенна обстановка у нашому місті. Я думаю, вам це все зрозуміло. Ви у нас працюєте уже майже рік, тому, будь ласка, розкажіть про те, які у вас враження про наше місто, якою ж є наша криміногенна обстановка і наскільки вона відрізняється від, скажімо так, ну, загальнодержавної статистики. Трохи розповім про суху статистику, яка взагалі присутня в місті Славутичі. Порівняння з минулим роком на цей час. Ну, на цей час до телефону 102 зателефонували і повідомили о 946 повідомлень. Порівняння з минулим роком, ця статистика складала 1142. З них з ознаками кримінального правопорушення надійшло 65. Інші повідомлення складали або адміністративне правопорушення, або які відносяться до загальної статистики. Якщо брати по категоріям, основна частина – це були крадіжки, шахрайство. Це основний біч цього міста. Кримінальні провадження, які були розпочаті нашим слідчим відділом, складали за цей рік 78. З них крадіжки – 14. Пошкодження майна – 194, шахрайство – 7. Проти життя та здоров'я, тобто легкі тілесні ушкодження, склало 14. Навмисне вбивство або біологічні смерті та зникли безвісті на сьогоднішній день склало 14 повідомлень. Ненавмисне середньої тяжості тілесні ушкодження складає один на цей час. Також до слідчого відділення нашого відділення три повідомлення зареєстрованих до єдиного реєстру. Це підроблення документів та їх використання, а також у сфері службової діяльності було внесено 6. Це службове підроблення документів. Із 78 злочинів, які у нас зареєстровані, направлено на цей час до суду 21, закрито за відсутністю складу злочину та події 32, ну і залишок залишився на сьогоднішній день 25. Якщо брати суху статистику із загальних повідомлень, які надійшли нам за телефоном 102, може бути невелика різниця в тому плані, що деякі правопорушення нам знадходили з інших органів або надійшли з прокуратури. Окрім статистики, яка складає кримінальне провадження, також наше відділення поліції складало адміністративні протоколи. На цей час всього складено 452 адміністративних протоколи. В порівнянні з прошлим минулим роком це було 518. Розбивати постатейно, ну, взагалі, це дуже, як сказати… Чи варто взагалі це робити? Не дуже варто. Взагалі скажу, що основна частина зареєстрованих правопорушень – це складає крадіжки, тілесні ушкодження, пошкодження майна і шахрайство. Шахрайство – це, ну, я неодноразово і раніше
вказував людям на те, що не треба дуже довіряти інтернет-продавцям, або дуже розповсюджена метода шахрайства – це коли вам телефонують у зв'язку з тим, що ваш член сім'ї потрапив в якусь незручну ситуацію, потребує срочної допомоги, і за це просять гроші. Ну, що в таких випадках треба робити? Ось дивіться, ну це досить такий розповсюджений метод шахрайства, так? От, ну хотілося б почути такі от найрезонансніші випадки, що сталося, можливо, вже в Славутичі, і на прикладі чого ви хотіли б застерегти наших мешканців міста від подібного, щоб не сталося? Що покупок в інтернеті? Є така можливість в інтернеті не проводити попередню оплату за товар. Можна заказати товар і, як то ви сказати русским языком, наложний платеж. Когда человек покупает товар через интернет, он должен в первую очередь убедиться в добросовестности продавца, то бишь лучше всего получить товар по любому виду почты, убедиться в его целостности. Там можно відкрити, подивитися, да, перевірити. Все почтовые отделения это предусматривают. Дают возможность человеку убедиться, что именно тот товар, который он хотел заказать, он его получил. После того, как он убедился, что это на 100% его устраивает, после этого он может нести полную сумму за полученный товар. В таком случае человек себя полностью на 100% гарантирует то, что он не попадет под действие мошенников, которые, как правило, берут предоплату в размере там, части суммы, большей части суммы. Как правило, конечно, они просят 100% предоплату. Ну и один из распространенных самых простых способов мошенничества – это попросить какую-то часть от общей оплаты. Mm-hmm. Естественно, телефоны, те, которыми они пользуются, периодически меняются. Отследить мошенников, которые пользуются интернетом, очень сложно. В одной простой причине, что эта категория преступлений относится не к тяжким, и проводение не по этим людям негласных следственных действий у нас ограничено законом. Если, конечно, по сумме ущерба по мошенничеству выйдет большая сумма, то есть там влияет уже на квалификацию, когда она переходит в тяжкое преступление, тогда мы уже можем, конечно, подключать и наши негласные следственные действия. Но это бывает не всегда достающая сумма, чтобы починати цю процедуру. А ось дивіться, бувають такі випадки, коли, наприклад, от комусь зателефонували, і людина в телефонній розмові розуміє, що це шахрай. От, і вона говорить про те, так, я згоден заплатити, давайте ви мені перетелефонуйте, наприклад, там через годину, так? І в цей період він звертається до поліції і каже, ось, є шахрай. От, ви можете його спіймати на гарячому. Чому в такому випадку, ну, немає можливості ось цього шахрая якось спіймати, наказати. От, чи є така можливість, а, скажімо так, ну не хочуть просто з цим зв'язуватися правоохоронні органи? Не в тому діло, що правоохоронні органи не хочуть зв'язатися з даними обращеннями граждан. Це зачастую зв'язано з тим, що сам дзвінок, поступивший від мошенників, не обов'язково, що він знаходиться в пределах, допустим, там, 10 кілометрів від самого будучого потерпевшого. Дзвінки можуть відбуватися з будь-якої точки України. Если звонок проходил через интернет, он может быть совершен с любой точки мира. Поэтому нецелесообразно, не то, что нецелесообразно, опять же, повторюсь, это категория нетяжких преступлений, где мы не можем проводить негласные следственные действия. То есть отследить по телефону звонящего. Так как это разрешение на такой вид деятельности, нам нужно получить в апелляционном суде. И, как правило, преступление считается оконченным с момента получения выгоды. То есть, когда человек уже получает деньги, в этом случае преступление считается оконченным. Наше законодательство также предусматривается попытка завладеть чем-то имуществом, ну, таким способом. Но, опять же, это не тяжкое преступление. Слишком много потратим сил и средств, но на выходе будет нулевой результат.
Ну, прямо сейчас вы можете обратиться к нашим зрителям и рассказать, скажем так, дать какие-то дельные советы по поводу того, чтобы не попасть в подобную ситуацию. Вот советы от вас. Я, конечно, небольшой специалист по покупкам в интернете, но насколько я уже с этим сталкивался, лучше всего работать с официальными сайтами, с проверенными продавцами, то есть по совету друзей, те, которые уже неоднократно покупали, не попадались на мошеннические ситуации с этими сайтами. Плюс есть такая возможность по каждому продавцу в интернете на любой площадке посмотреть отзывы о продажах данного продавца, да, об этой деятельности. Ну и самая главная наша поговорка – это дешевый сыр только в мышеловке. Понятно. Я хочу напомнить нашим зрителям, что мы сейчас в прямом эфире общаемся с начальником нашего Славутического отделения полиции Дмитрием Владимировичем Кудренком. Поэтому, если у вас есть вопросы к нему, звоните нам. 236-21 – это наш телефон, и вы получите ответы на ваши вопросы. Ну, а у нас есть вопросы, которые наши зрители поставили заранее. То есть, как бы, я хочу их озвучить. Ну, и начнем, наверное, с первого. Почему не происходит борьба с неправильными парковками авто? Ну, вот, я не могу это, сказать, ну, что... наверное, такая огромная проблема в городе. То есть в любом квартале проходишь и видишь, вот стоят прямо на тротуарах. Особенно вот зимой, когда там плохо где-то почистили проезжую часть, а тротуар дворник аккуратненько почистил, но тут стоит чья-то машина. Не обойти, не проехать, особенно если, допустим, идут там мамочки с колясками или, допустим, пожилые люди, которым очень сложно обойти. Да и самому как-то неприятно, вот в снег прям с ногами. Что с ними делать? Звоните 102. По каждому вызову полиция в любом случае обязана отреагировать. Мы отреагируем со всей строгостью закона, как говорится. Не могу сказать, что наша патрульная служба не занимается данным вопросом. Все прекрасно знают, что у нас на сегодняшний день одна патрульная машина. Охватить весь город и проконтролировать каждую машину по поводу ее парковки не в состоянии. То есть, если люди не в состоянии решить данную проблему самостоятельно, то есть вызвать того же водителя, сделать ему замечание, в противном случае есть телефон 102, либо прямой телефон, он тоже всем известен, дежурной части нашего отделения. Ну и что касается наших патрульных машин, тоже есть такой вопрос. Почему патрульные машины сами нарушают правила дорожного движения? Вот нарушение парковки стоят на тротуарах, патрульные машины на переднем сидении перевозят маленьких детей и так далее. Что скажете? Ну, о таких фактах я не удивлюсь, если они были. Но ежедневно с каждой группой заступающей им указывается на соблюдение правил дорожного движения. Если есть такие факты, просьба документируйте, будем принимать меры дисциплинарного характера, дабы такого больше не повторялось. Потому что ну, я сам, честно скажу, процентов на 90 выполняю правила дорожного движения. Иногда в целях работы, да, бывает, и сам нарушаю, где нужно очень быстро куда-то проехать или где-то срезать маршрут, но тем не менее сам стараюсь соблюдать правила дорожного движения. Ну, это похвально. Ну и, наверное, вот вы говорите о том, что у нас одна патрульная машина, да, а вот что у нас с кадрами? Ну, мы тоже знаем, что все-таки не хватает, да, поэтому вот следующий вопрос, который нам поставили зрители. Самая большая проблема нашей полиции – это недостаток кадров или наркомания? Вот так вот звучит вопрос. Что скажете по этому поводу? Набор в полицию проводится постоянно. Единственное, что не так он быстро проходит, как нам бы хотелось. Есть нормальная практика, то есть люди приходят, уходят. Не скажу, что у нас не существует здесь этой проблемы. У нас на сегодняшний день 50% некомплект личного состава. Мы стараемся комплектоваться, приглашаем людей из других органов, в частности, поблизости это Черниговская область. Есть некоторые сотрудники, которые уже написали рапорта в процессе перевода, ну а также у некоторых людей подходит как бы пенсия, кто-то тоже переводится, текучка кадров в любом случае происходит. Ну и из числа местного населения здесь, конечно, нет большого желания идти на службу в полицию, и как бы каждый человек выбирает свою судьбу сам, кто-то идет по призванию, кто-то идет за зарплатой, ну тут как бы уже на эти процессы мы особо влиять не сможем. Да, мы рекламируем себя,
как бы Министерство внутренних дел и Национальная полиция как бы создают условия для дополнительного набора. Ну, этим занимается департамент кадровой политики. Ну, а так можете заинтересовать людей? Вот смотрите, какие все-таки преференции у работников полиции? Вот прямо сейчас можете обратиться к нашим зрителям. Возможно, у кого-то есть такое желание. И вот уже завтра придет к вам человек, чтобы устроиться на работу. Ну, что касаемо зарплаты. Зарплата порядка от 7 тысяч и выше. Ну, в частности, за свою скажу, у меня зарплата 13 200 гривен. Ну, последний месяц ее подняли на 1 копейку, поэтому еще похвастаться, да. Не можем похвастаться, что у нас большие зарплаты. Что касаемо патрульной службы, при полном комплекте работа сутки через двое. Сейчас, на сегодняшний день, в плане медицинского обслуживания у нас в области создается целая программа, где по принципу медицинского страхования будем платить какие-то взносы. И наш этот фонд будет гарантированно оплачивать лечение, вплоть до сложнейших операций. То есть сейчас формируется фонд. Это как бы из тех льгот, которые на сегодняшний день более перспективные. Ну, такого... Касаемо коммунальных каких-то услуг? Коммунальных законодательством не предусмотрено на сегодняшний день. Да. Есть как бы вариант пройти командировку в зоне АТО, но опять же... Это процентов 10 от тех, кто будет там нести службу, получат статус участника боевых действий. Потому что если 2014-2015 год его присваивали всем тем, кто нес службу на второй и третьей линии, то на сегодняшний день это более ужесточено. То есть не то, что ужесточено, более регламентировано. То есть должны быть боевые выходы. Ну, это отдельная немножко тема. Понятно. Ну, а вот да. Что касаемо образования, есть ли возможность получения высшего образования? То есть, вот, насколько я помню, раньше вот была такая возможность, есть ли сейчас? Да, если сейчас идти на службу в качестве патрульного, проходятся курсы, по-моему, 4 месяцев и выше. После несколько лет службы дается направление для поступления в высшее учебное заведение, получения специального высшего образования. Это уже как бы в дальнейшем процессе работы. Но в любом случае, на сегодняшний день политика национальной полиции службу начинать с самых нижних структур. То есть начинаешь с патрульной, и уже дальше открываются дороги в различные другие службы. В частности, могу сказать, что департамент противодействия наркозлочинности сейчас конкретно набор идет только из числа патрульной полиции. Ну, вот это первая часть вопроса. Ну, а вторая касается наркомании. Вот смотрите, еще один такой вопрос у нас есть. Дорога, кладбищенская дорога вся усыпана использованными шприцами. Много их и в городе. Ну, проводится ли в Славутиче борьба с наркоманией? И как это происходит? И вообще происходит ли? Большую часть, конечно, работы в данном направлении я вам осветить не смогу, потому что она проходит негласно. Это категория преступлений, которая относится к тяжким, особо тяжким. В качестве примера, ну, на сегодняшний день уже можно сказать, в том году мы провели большую работу, порядка нескольких месяцев мы документировали семейную пару, которая в этом году уже получила реальные сроки. Сказать, что мы этим не занимаемся, мы занимаемся. Конкретно сказать, по кому, не могу я вам этого сказать, чтобы... То есть тайна следствия. Тайна следствия, да. Так, ну и вот такой вот вопрос. Вы очень много озвучили всяких цифр, статистики, поэтому славутичане интересуются, какое место относительно криминогенной обстановки Славутич занимает в Киевской области? Ну, если брать сухую статистику на сегодняшний день, по раскрываемости Славутич стоит именно на сегодняшний день, на 5-м месте. Хотя, как бы, средняя цифра, если брать по сравнению с прошлым годом, мы где-то 10-е, 11-е, ну, до 12-го. Ну, было 14-е место, это из 27 органов по области. Ну, а сейчас, получается, вот немножко уже выше. Да, ну, даже не немножко, день, а так прилично поднялись. Ну, это за счет того, что, если так брать статистику, у нас в прошлом году было на данный период внесено в единый реестр. Уголовных преступлений, связанных с имуществом, то есть кражи, 41,
то в этом году 16. Ну, это, смотрите, эта статистика получается по событиям, которые были, или по раскрываемости тоже? По общей раскрываемости. То есть туда входит и мошенничество, и кражи, и телесные повреждения, и все виды категории преступлений, которые у нас зарегистрированы. Ну, основная масса у нас, конечно, составляет это кражи, телесные повреждения. Ну и продолжение вопроса. Вот в Киевской, а в Черниговской, на территории которой мы находимся? За точные цифры с Черниговской областью сказать не смогу, так как у нас различные базы по доступу. Но скажу, что выше среднего у нас состояние по сравнению с соседними органами, такими как Репкинский и Черниговский. Но опять же, это обусловлено тем, что у нас более меньшая территория, чем у них. Хоть у них и фактически 100% комплект, допустим, с тем же Репками, но мы более компактны, и нам в этом плане, конечно, работать немножко полегче. Ну и я обращаюсь к нашим зрителям. Мы работаем сейчас в прямом эфире. У нас в гостях начальник полиции Славутического отделения Дмитрий Владимирович Кудренко. Поэтому, если у вас есть вопросы, звоните нам 236-21, и вы получите на них ответы. Ну а я хочу зачитать еще один вопрос, который заранее нам поставили славутчане. Наверное, мы единственный город в Украине, где неофициальные менялы денег находятся постоянно на своих как бы рабочих местах. Это уже узаконенный процесс Славутичи или с этим нужно бороться? Обращаюсь с этим вопросом уже на протяжении 10 лет практически ко всем начальникам милиции и полиции. Ну, это с этим вопросом мне даже в этом году неоднократно подходили. Встречный вопрос. Хоть один из тех граждан, который поднимал этот вопрос, хоть раз обратился к нам в полицию с письменным заявлением. Данный вид деятельности предусматривает административную ответственность. Допустим, если мы будем проводить проверку в качестве проверочных действий, осуществляют они обмен, либо не осуществляют, если я отправлю туда сотрудника с купюрой там, $100 или 100 евро поменять, с нашей стороны это будет выглядеть как провокация. То есть, если люди добровольно согласны нам написать заявление о имеющихся фактах, мы в обязательном порядке примем меры к этим товарищам. В частности, по одному из них в том году проводились обыска. Не только за обмен валюты, но и за другой вид деятельности. Принято решение, да, то уже дело направлено в суд. Так что, ну, по этой проблеме, еще раз повторюсь, письменное обращение, мы принимаем меры. Самостоятельно, как на сегодняшний день, мы не можем проводить проверки так называемого бизнеса самостоятельно. То есть все проверки в рамках заявления и без вопросов. Ну вот еще один вопрос, который касается бизнеса. Звучит он так. До каких пор бабушки на Московской площади будут торговать паленой водкой? По бабушкам неоднократно составлялись админпротоколы. Ну, скорее всего, данная категория правонарушений предусмотрена небольшие штрафы. Бабушкам выгоднее получать хоть каждый день штрафы и продолжать торговать дальше. Во-первых, не штрафуем мы составляем лишь протоколы, штрафует уже суд. Как бы такая ситуация. Ну и хотелось бы услышать ваш комментарий относительно вот различного рода скандалов, которые происходят в городе. То есть очень часто бывает, что это просто выяснение отношений, но тем не менее там могут соседи вызывать полицию. То есть вот такие случаи. Какое может быть наказание и в чем будут заключаться вот такое нарушение? Ну, как правило, мы относим данные сообщения, когда происходят семейные скандалы с телесными повреждениями, если они имеют характер как бы не сильный, они относятся к категории преступления, предусмотренных статьей 125 «Легкие телесные повреждения». Как правило, у нас народ сначала что-то делает, а потом уже начинает думать. Сначала пишут заявление, когда приходит отрезвление, как бы сосед с соседом начинает мириться. Потом приходят в милицию забирать заявление, что мы помирились. Но опять же, они нам создают дополнительную статистику по данной категории правонарушений. Есть случаи, когда на фоне возникших неприязненных отношений возникают драки.
І причому немалая доля таких сообщений, когда посредством заявления в полицию пытаются получить какую-то финансовую компенсацию за полученное телесное повреждение. Такое зачастую тоже присутствует. Как бы жителям хотелось по данному поводу сказать, что с такими мыслями, естественно, к нам ходить не стоит, потому что мы это быстро, это видно сразу. То в отношении таких людей тоже будут приниматься меры. По-хорошему, если возникают такие ситуации, ну, зачастую мы, заявители с обеих сторон, и самостоятельно пытаемся помирить, дабы не доводить это до судебных служб, ну, направления дела в суд, и там уже людей заставляли, принуждали к примирению. Ну, как правило, это не такая тяжкое преступление, не такое тяжкое преступление, за которое, ну, как говорится, не знаю, мои молодые годы, если мне там кто-то меня ударил, сломал мне челюсть или выбил зуб, я в милицию никогда не бегал. Мы как-то разбирались между собой уже по-свойски. Ну и смотрите, вот такой вот еще есть вопрос. Все мы знаем о том, что наказуемо, да, законом то, когда люди курят в общественных местах. Вот нам позвонили и вот такой вот вопрос задали. Курение в общественных местах общественного пользования. Сосед постоянно курит, не реагирует на замечания. Можете ли вы помочь в этом? Или, как они говорят, спасение утопающего, дело рук самих утопающих. То есть они сами должны решать как-то эти проблемы. По данному факту тоже задавался вопрос в мэрии. Достаточно заявления, один свидетель. В идеальном, конечно, случае это еще видеофотофиксация. Будет сразу же составлен админпротокол в отношении того лица, которое курило в общественном месте. Ну и еще вот такой вот вопрос. После резонансной аварии в Кривом Роге депутаты Верховного Совета Украины решили убрать один из цветов светофора, желтый. Да? Вот как вы прокомментируете вот это? Как вы считаете, правильно это или нет? Вот ваше мнение, пожалуйста. Действия народных депутатов комментировать не буду, но что касаемо проезда перекрестка, регулируемого светофором, в правилах дорожного движения четко прописано. Весь алгоритм действий любого водителя. Когда моргает желтый цвет, когда моргает зеленый цвет, при установке еще дополнительных знаков правила дорожного движения при светофоре, это все четко расписано в правилах дорожного движения. Поэтому как бы дополнительно комментировать, убрать какой-то цвет, ну, в таком случае, может быть, добавить еще какой-то четвертый. Может быть, такой вариант они еще могут рассмотреть. Ну, опять же, когда они уже примут какие-то изменения, тогда мы их будем исполнять. Ну, все-таки, наверное, нужно, чтобы они прислушались к мнению профессионалов и приняли правильное решение, максимально правильное для людей. Ну и еще один вопрос. Наверное, сейчас очень сложно в маленьком городке скрыть какие-то происшествия, да? То есть как бы сразу в социальных сетях появляются какие-то обсуждения, сразу все говорят, обсуждают, звонят. Расскажите, пожалуйста, вот речь идет о каких-то несчастных случаях, которые случились в последнее время с исчезновением людьми, молодых людей. Вот о чем идет речь и что на самом деле случилось? И насколько это резонансное событие в городе? Ну, зачастую в начале года очень много слышал слухов, то, что у нас в Славутиче произошло убийство. Что женщину избили и выбросили с 8-го этажа. Это у нас было в Печорском 2-м. Людям, ну, конечно, я немножко посмеялся в том плане, что вроде бы как начальник полиции не слышал, что у нас убийство произошло. Большей частью, конечно, все это происходит как испорченный телефон. Кто-то где-то что-то услышал и начинает каждый свое добавлять. Как бы мы оперируем теми данными касаемо убийства это, либо это самоубийство. То есть мы преждевременных, во-первых, выводов не делаем, мы это все делаем на основании заключения экспертов, проведенного осмотра, собранных каких-то внешних и других доказательств. И после этого мы уже апеллируем в конечном результате, квалифицируют данное деяние загибну нашего чинного законодательства. В частности, что по Печорскому кварталу, когда женщина покончила жизнь самоубийством. Там говорили, что ее выбросили с квартиры 8-го этажа. Но если так брать техническую сторону, с балкона бы ее не смогли так сбросить, чтобы она упала ровно напротив подъезда. Было обнаружено место со следами крови в подъезде. Окно было открыто. Следы крови образовались от того, что она до того пыталась вскрыть себе вены.
І в квартирі була знайдена посмертна записка. Тобто говорити про те, що тут произошло вбивство, або хтось їй там допомог, ну, більше, ніж как бы, преждевременно, або розпускати такі слухи. Що касаемо, допустим, із останнього, в п'ятницю у нас був без вісті пропавший, сьогодні його обнаружили в лісу, повісився. Осмотром также место происшествия, каких-то следов, указывающих на то, что кто-то ему помог. Ну, сейчас, опять же, преждевременно об этом говорить. Сейчас проводятся следственные действия совместно с Черниговским районом, так как территория – это их обслуживание. Также у нас сегодня было сообщение о смерти жителя города Славутича, 82-го года рождения. Опять же, причин смерти мы на сегодняшний день сказать 100% не можем, это уже нам скажут судмедэксперты. Ну и опять же повторился случай по факту мошенничества. Позвонили люди, якобы выиграли автомобиль. Люди перечислили немаленькую сумму, так скажем. Но уже когда поняли, что их обманывают, обратились в полицию. То есть это была одноразово перечисленная сумма? По-хорошему там было, ну, полностью подробности рассказывать не буду, но сумма перечислялась не разово, а несколькими платежами. Угу. Так что, ну, это из того, что фактически вот резонанс на то, что произошло сегодня. Если есть у вас какая-то информация, вы можете обратиться к славутчанам и рассказать о том, что, ну, вам бы хотелось им сказать. Ну, как это, меньше всего нарушайте правила дорожного движения, в частности, ну, у нас статистика немножко упала. Это говорит о том, что и как бы я вот с людьми общаюсь, люди меньше стали пить за рулем, у людей уже бытует между собой мнение, то, что очень дорогой штраф, и все-таки потерять право на один год, которое невозможно забрать раньше времени, оно немножко как бы действенно в этом плане. Все мы живем в этом городе, гуляем по городу. Не стесняйтесь делать замечания тем людям, которые распивают спиртные напитки в парках, возле игровых площадок, или либо курят возле, на самих игровых площадках, там, где находятся дети. Если ваших слов недостаточно, звоните на 102. Патрульная служба в любом случае отреагирует на ваши сообщения. Не всегда мы, конечно, можем приехать вовремя, потому что бывают накладки, когда поступает несколько сообщений. Люди, конечно, в этом плане обижаются, но бывают такие случаи. Но опять же, мы проводим работу с патрульными, у нас как бы из общей статистики, ну и может быть из того же компактный город, мы одни из первых по статистике среди других органов прибываем на сообщения. Но опять же, возможны накладки, когда поступает несколько сообщений, поэтому очень быстро мы не сможем приехать. Ну и я хочу сказать, что у нас в студии есть звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Правильно я услышала, Дмитрий Владимирович? Так, правильно. Да, здравствуйте. Дмитрий Владимирович, если я буду задавать вопросы по поводу дорожных знаков, вы компетентны отвечать на них? Ну, за установку дорожных знаков я не компетентен, в этом дорожная служба. Что касаемо их установки, они согласовываются с нами. Поэтому, ну, в какой-то части смогу ответить, в какой-то нет. Мы спорили в социальных сетях по поводу установки знака и разметки возле Союза для машин, для людей, которые имеют инвалидность. Вот в каких случаях штрафуется водитель, который установил свой автомобиль на место не инвалид? Что касаемо именно этой парковки, она немножко установлена с нарушением ГОСТов. Было указано уже нашим службам, ответственным за данную разметку, о переделке данных предупреждающих знаков. Ну, как бы на скорость повлиять мы тоже не можем. Но и по-хорошему, конечно, это больше зависит от сознания наших граждан по занятию этих парковок. Хорошо. По поводу островка безопасности, который находится на кругу съезд с моста. Вот, место ли это, является ли он островком безопасности? Ваше мнение.
за техническую сторону. На 100% даже на тротуаре не каждый пешеход на 100% находится в безопасности. Это как бы никто от этого не застрахован. Но в любом случае, с придерживанием всех дорожных норм, островок установлен, предупредительные знаки стоят. Насколько я знаю, там в проекте еще будет дополнительное освещение на этот островок. Если обращали внимание, в некоторых городах делают искусственно, не то что искусственно, а специальное освещение пешеходных переходов, чтобы их было видно водителю помимо дорожных знаков, предупреждающих о наличии пешеходного перехода, а также в вечернее время освещение, которое освещает конкретно данный пешеходный переход. Замечательно. Остановки Крим-транспорта. Что значит ці знаки Крим-транспорта, крім чи для робітників якогось підприємства? Це теж робітники подають запит у дорожню службу? Естественно. Они согласуют в обязательном порядке с ними установку данных знаков. Спасибо большое. Я хочу сказать, что сегодня в нашей студии во время прямого эфира с вами общался начальник полиции Славутического отделения Дмитрий Владимирович Кудренко. Спасибо вам огромное, что вы пришли к нам и ответили на все вопросы, которые интересовали славутчан. Я хочу сказать, что в следующую пятницу у вас также будет возможность пообщаться на тему медицинского обеспечения в Славутиче. Поэтому, если у вас есть вопросы, звоните нам заранее или во время программы по телефону 236-21, и вы получите ответы на ваши вопросы во время прямого эфира. Спасибо огромное Дмитрию Владимировичу за то, что он сегодня пришел к нам в студию и пообщался по поводу того, насколько безопасная есть криминогенная обстановка в нашем городе, успокоил нас немного. И спасибо вам за то, что вы были с нами. До свидания, до новых встреч.